Друзьяши, привет! С вами снова Капанда. И мы сегодня снова играем в Roblox. И мы продолжаем проходить эту полосу препятствий. В прошлой серии мы дошли до 100 уровня. Смотрите, 100. Вон внизу, это все мы внизу проходили. Мы так долго это проходили. Но мы прошли этот за один присест просто. Я за одну серию это все прошел. Вот мы добрались уже вот до сюда. Здесь вот это тоже все пробежали. Вот это все пробежали и дошли вот до 100 уровня. И сейчас будем продолжать дальше. Ну что, друзья, давайте приступим. Тут уже начинается вообще сейчас тяжело. Давайте смотреть. Ага. Прыгать будем здесь. Конечно, мы будем прыгать. Мы тут всю предыдущую серию только прыгали. Мы чуть-чуть лазили, а потом опять прыгали. Тут из нас точно каких-то горных козлов делают. Только надо тут прыгать. Так, а здесь я могу пробежать? А, надо, ну мы тут можем схалтурить. Быстро, видите? Пробежали, и все, ха-ха-ха. Надеюсь, никто не видел. Судья. Где судья? Судья не видел? Ничего, все нормально. Так, я здесь прыгаем. Через эти палочки. Какие-то тут палочек понаставили. Ага. А что-то меня сносит? Скользко. Ветер дует, что ли? Сейчас будем пробовать перепрыгивать. Опа-на! Фу! Перепрыгнул. Видите, как идет медленно? Фу! Так, опять идет медленно. Уа! И давай! Вот так, фу! Перепрыгнули. Так, аккуратненько. Оп! Ой, что-то сносит меня! Ой! Аккуратно! Аккуратно! Фу, это было тяжело. Так, это еще не все. Это только начало. О, нет, все, это конец. О, это было тяжело, да. Но мы это сделали. Мы это просто сделали, да. Так, теперь вот здесь. По красным или по розовым? Думаю, по розовым. Правильно, угадал. Розовый. Ура! Так, теперь здесь, по красным, наверное, прыгать. Ага, здрасте, башка развалилась. Так, надо между ними теперь как-то. Оп. Аккуратненько. Теперь сюда дальше. Оп. Так, тихо. Главное, много тут не есть. То мы не пролезем. Фу, 110-й. 110-й уже уровень. Все, клевенько, так, аккуратно. О, какие толстые палки. Аккуратно. Миллиметраж опять остался, смотрите. Ага, остался. Не остался. Только стоило подышать и все. Сразу развалился. На мину наступил. Опять на мину наступил. Разложил. Ну это конечно да. Это тут конечно да. Я прям сильно наступил. Да что ж такое? Тяжело уже становится тут. Ага. Нет, тут лучше прямо. Прямо. Фу. Что-то здесь было потно маленечко. Я даже вспотел. Мои ушки вспотели. Кубик. Кубик, опять тут кирпичи наложил. Фу, прошли. Смотрите, сколько мы уже много прошли. Мы столько много прошли. Обалдеть просто. Смотрите. Я так счастлив. Так, опять запоминать надо этим. Ну, давайте побежим сначала по синей. Здрасте, синяя. Побежали тогда по красной. Здрасте. Побежали тогда по желтой. Ну, конечно, по желтой-то уже можно пробежать. Теперь какая? Пускай будет опять желтая. Теперь пускай будет красная. Нет. Наверное, тогда синяя. Будет две желтых и синяя. Желтая. Синяя. Хочу синюю. Нет. Что, три желтых, что ли? Вы что, издеваетесь, что ли? Опять желтая. Все три желтые. Сразу нельзя было так подсказать мне, а? О, хитрецы, а? Насоздавали тут как. О! Ничего себе, тут опять нас сносит. Ветром аккуратно, ого. Тут уже надо вообще аккуратненько. Ого, еще и потом перепрыгнуть надо будет. Ого, ого! Тут там в бок тебя сносит, фу. Хорошо, чекпоинт есть. Так, аккуратненько.
Аккуратненько, аккуратненько перепрыгиваем. Ну, когда в бок начинаешь идти, то в бок начинает сносить. Тихо! Фу! Чуть же головешка не закружилась. Фу. Так, теперь сюда. Аккуратно, идем. Давай. Тихо, аккуратно. Так, буксуем. Давай-ка, панда, буксуй. Фу, пробуксовали. Как настоящий самосвал, ЗИЛ или трактор, не знаю. Фу, пробуксовали, это было потненько. О, что, наверх полезем? Полезли наверх. О, какие мы скалолазы. Ползем. Нифига себе, сколько мы уже проползли. Смотрите, сколько мы это все наверху прошли. Так, а что вниз? Так, аккуратненько. Вот это все внизу, это мы все проходили. Но больше, конечно, в прошлой серии. О, это там еще столько вверху много проходить. Смотрите, это там просто вообще еще куча уровней. Там их, наверное, миллионы. Так, здесь что, между кубиками этими? Должно защемиться. Ой, аккуратненько. Тихо, аккуратненько. Я вас вижу. Что, мы спрятались, что ли? Невидимки, ага. Ого, здесь тоже типа невидимые. Аккуратно пропрыгиваем. Опа, 120 уровень. 120. Тут уже медленнее проходится. Вначале-то я там первый быстро пробежал. Тут уже, конечно, тяжелее становится. Тут дольше будем проходить. Ого. Ой, мамочки. Это что такое за жиротряс? Это жир разгонять, что ли, а? Ой, мамочки. Фу. Что это они трясутся? Какое-то антицеллюлитное устройство. Да, фу. Это было тяжело. Точнее, не тяжело, но неприятно. Ой, тихо, ладно? Все, тут заговорился. Чуть опять не перепрыгал. Ого, потом опять наверх куда-то ползти надо будет. Я думаю, мы обязательно дойдем до конца. Ну, это, наверное, не на одну серию растянутся. Целый сериал можно делать, как проходить. Смотри, там сколько уровней еще осталось. О, да там еще вообще куча. А это какой у нас? Это всего 124 уровень у нас. 124 уровень. Оп, сюда. О, тут мы кого-то братюню догнали. А, нет, братюня, извини, это девочка. Ага, смотрите, синенькая. Ага, желтенькая. Ага, я хитрый панда. Ладно, вот здесь прошла. Давайте, я буду тебе помогать, иди. Синенькая, желтенькая. Давай, пожелтенькая. Я сейчас проверюсь. Ага, и не зелененькая. Синенькая, желтенькая, иди за мной, что тупишь? Опять желтенькая, нет. Да, синенькая, желтенькая и красненькая будет, да? А мы же по красненькой ходили, или не ходили? Не понял, непоняточки что-то у меня. Синенькая, желтенькая, опять синенькая и красненькая. Ой, нам девочка помогла, спасибо, девчуля, спасибо. Это не та, которая там в начале прыгала? В первой серии? Нет, это такая другая девочка. Пошли вместе веселее проходить. Оп, запрыгиваем. Ползем. Оп, запрыгнули. Ай! Чё это я? Тихо. Нет, вот так вот. Чуть не сорвался. Слышу, кто-то там, по-моему, сделал. Это значит, что кто-то помер. Так, куда нам? Вот сюда. Так, а где девчуля-то наша? Девчуля, ты где? Что-то я не вижу. Девчуля, ты где? Я уже соскучился по тебе. Где она? Я ничего не понимаю, куда она убежала-то? Вон она, давай догони. Я уже испугался. Хоп. Фу, пропрыгали, 130 уровень. Девчуля, давай, я тебя жду. Давай, тебя потолкну. Давай, смелей, я в тебя верю. Давай. Гоу. Давай, вперед. Молодец, давай догоняй. Ого, тихо, здесь надо аккуратненько. Много есть нельзя. И пить много тут нельзя. Ой, тихо, аккуратненько. Аккуратненько проходим. Ой, протиснуться.
Что-то у меня какие-то лапы здоровые. Фу. Е, мы пришли. А девчуля там еще прыгает, что ли? Давай, девчуля, вперед. Вперед, вперед, вперед. Я с тобой. Молодец. Давай, догоняй. Давай, подружка. Морковка, давай. Давай, морковочка, я с тобой. Я пока здесь буду тестировать, если что, тебе буду подсказывать. Вот тут прыгать надо. Фу, здесь все просто. Ну давай, смелее. Проходит, молодец. Моя школа потихонечку, но проходит. Давай, мы пока вперед пойдем. И мне уже не терпится посмотреть, что там впереди будет. Ага. Так, а у нас уже какой уровень? 133 уровень. Ого, нормуль. Ага, так, а это что такое? И что здесь? Причем пройти? Так, что ли, просто пройти? Фу, ну это было не тяжело. Это было просто, даже я бы сказал. Вон, смотри, сколько мы внизу прошли. Это мы все внизу проходили. Такая серия была предыдущая длинная. Ой, кто-то улетел. Морковка, давай, я тебя жду. Давай, морковка, прыгай. Прыгай, как я учил, по деревьям. Прыгай, морковка. Так, сюда. Сюда. Девчуля молодец, так далеко уже прошла, да? И мы молодцы, так далеко прошли. Фу, чекпоинт. Это хорошо. Я люблю чекпоинты. Они веселые. Потому что потом можно заново не проходить, а начинать с них. Ой, тихо, аккуратненько. Аккуратненько. Ой, ой, голова закружилась. Тихо. Фу, 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 фу. Это было потно. Не особо потно, но так, чуть-чуть. Да. Так, где девчуля? Девчуля нас догоняет. Молодец. Ой, бабочки, это что за батуты? Мамочки, что за батуты? Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок. О, батут. Вау, 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 веселуха. Вау, 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 прыгаем. Вау, 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 главное тут только не упасть. Вау, 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 тихо, 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 лазает с самого краешка. Фу, фу. Блин, тоже было прикольненько, да? Я не ожидал, но у них наступило, они как подкинули мою попку мохнатую, как подкинули капандочку. Оп, так, аккуратненько сюда идем. Оп, сюда. Так, проходим, проходим, проходим. Фу, это было потно. Так. Так, а тут что делать надо? Ага. Это что здесь такое? Ой, девчуля, нифига, прыгает. Ха-ха, веселуха. Ну, давайте посмотрим. Что-то произойдет? Нет, ничего не произойдет. Что, просто пробежать, что ли, надо? Эй, девчуля, морковка, догони давай. Морковка, догони, говорят. Фу. Смотрите, как она радуется, прыгает. Ну, здесь что-то вообще все просто. Я даже не знаю, как здесь можно, что, пропасть-то, куда упасть-то. Широкая такая скатерть, самобранка, блин. Дорога такая, там целый Боинг можно туда посадить. Самолет. Ой, тихо, аккуратно, аккуратно, аккуратно. О, 140 уровень. Я думаю, нужно хотя бы до 150-го сегодня дойти. И серию закончить уже будет. Так. Эй, подружка, ты куда улетела? Ты чё? Ну там же просто. Ого. Теперь здесь по таким... О! Тихо, это что, тоже что ли? Пружинит, нет? Не, не пружинит. Фу. Ого. А, здесь может тоже пробежать можно. Ну то есть быстро. Раз, два, три, четыре, пять. Побежали, 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 да не разбежались. Ну ладно. Так, 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 так. И прыжок. Так, у нас уровень... Уровень, уровень, 143. Ой, капец, нам еще 7 уровней, это значит нам еще чуть-чуть надо времени. Оп, 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 прыгаем, прыгаем. О, мы срезали маленько, судья не видел, судья, судья, судья не видел ничего. Мы маленько срезали. Оп, сюда, сюда, о, ничего себе, я как ниндзя просто, вау, ниндзя. Ничего себе, мы уже девчулю обогнали. Морковка, давай догони. Бенч, 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 бенч. Тут тоже было просто. О, какие толстые палки. Вот я через них не люблю прыгать. Я постоянно ноги в них застреваю. О, фу, нет.
На этот раз, на удивление, я быстро пропрыгал. О, опять наверх ползем, смотрите. Космонавты. Смотрите, сколько мы внизу уже много прошли. Мы столько прошли уровней. Какая красота, да? 147 у нас уже. А мы ползем все выше и выше и выше. Я чувствую, там скоро будет победа. Скоро будет конец. Я уже чувствую. На 147 уровень. Ничего себе. Напишите в комментариях, сколько вы прошли. То, может, это мало, это только начало. Где девчуля-то наша, кстати? Девчуля, а ты где? Что-то я не вижу. Ой, вон она прыгает. Ага, вниз улетела уже. Она еще по той стороне. Вот тут какие-то у нас палки-зефирки. Все, тут мы прошли. Так, дальше. Здесь тоже что-то не так тяжело. Вроде бы, пока. То я когда говорю, что не тяжело, сразу падаю. Смотрите, у нас 150 уровень. Мы прошли 150 уровней. Красота. Так, надо сохраниться. Сейф. Ребята, это было весело. Ну что, спасибо, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие вы хотите еще увидеть карты в Роблоксе. И мы с вами обязательно поиграем. Пока-пока. С вами был Капанда. Счастливенько.